Всем привет, привет! Вы на канале Вот ГСН. Сегодня с вами выкатываем из ангара Брутань Пантер. Если говорить по-французски, ну а что касается перевода, то Пантера Британии. Машинка специфическая, очень, ребят, специфическая. И самым основным конкурентом является у данной машины Пудель. Кратенько скажу, почему Пудель мне нравится больше, по одной простой причине. Потому что смотрите, на характеристики по орудию в Пантерке британской, в ней идет 150 пробития и 160 альфы. Дальше 3,4, 312. Это основные показатели, которые вам необходимо запомнить. Теперь, что касается Пуделя. По Пуделю смотрим на его орудие и обращаем внимание, что 3,2, 316, то есть, в принципе, очень-очень рядом. Но пробитие, ребят, 160 и альфа 160. Да, у Пуделя не 1800 с копейками ДПМа, как у Пантерки британской. Время перезарядки 5.35, и вернемся назад к нашей Пантере Британии, откроем ее характеристики и увидим, что здесь у нас идет 5.12 и 1876 ДПМ. Поэтому, ребятки, скажу вам так, вроде бы по ДПМу Пантера Британии должна быть лучше, но что касается того, чтобы его реализовать нормально, я имею в виду возможность лучше пробивать соперников, соответственно, чаще наносить урон и меньше нарываться на непробитие с вашей стороны, я бы все-таки говорил о том, что Пудель машина куда повеселее. А так, в целом, ребят, машинки очень похожи. Они похожи не только внешне, они похожи и по броне. Ну вот, допустим, у Пантеры Британии вот самое твердое, с учетом приведенки, то, что я смог найти, это верхний вот этот вот бронелис, если не считать маску орудия, 127 единиц. Ну, согласитесь, практически ни о чем, если у тебя у самого пробитие в 150. Поэтому, ребят, вы нормально не сможете танковать даже против себе подобных товарищей. Что же касается командирского вот этого вот лючка, беда, что в Пуделе, что в этой машине, но поверьте, особо его никто выцеливать не будет, если вы и так картонный, ну, в принципе, как коробка, я бы сказал, не от холодильника, а, скорее всего, от электрочайника, потому что машинка в целом не сильно большая по габаритам. Что касается подвижности всего остального, ребят, давайте будем заценивать непосредственно в самом бою. Я единственное, что сейчас переставлю оборудование, ставил исключительно в виде эксперимента, честно говоря, мне не понравилось, все-таки привычней так, как я играю. Ну что, давайте попробуем, заедем в бой, посмотрим, что машинка собой представляет непосредственно в самом замесе. Ну и самый важный вопрос в том, а стоит ли покупать данную машинку за те денежки, которые за нее просят. Сейчас, когда откатаем, вернемся к предложению, которое в магазине, кратенько озвучим, что сейчас можно ее приобрести за 3500 золота. При этом вам в комплекте идет машина, слот в ангаре, открытое все оборудование и 5x опыта, но, ребят, на все танчики и в количестве 10 сертификатов. В целом, ребят, в целом, довольно-таки себе даже неплохо. Но 3500 голды за машину 6 левела, здесь необходимо уже задуматься, как говорится, а стоит ли? Поехали сейчас на линию СТ-шек и ЛТ-шек. Я думаю, что здесь явно будет кто-то, в кого можно будет пострелять. Единственное, что ехать прям вот туда вот вперед у меня желания нет абсолютно никакого. Как я уже сказал, броней машина, ну, прям не хвастается. А значит, лучше держаться где-нибудь подальше. Я понимаю, что кому-то не сильно нравится кустарный геймплей, кому-то не сильно нравится отстаиваться где-нибудь вдали от соперников. Я сам такой, что мне хочется куда-нибудь в бой взорваться, да покруче, как говорится, с кем-то попадаться. Но эта машинка не предназначена для этого от слова совсем. Ну прям очень-очень совсем абсолютно. Вот сейчас первый же закид со стороны соперников вошел в меня с довольно-таки неплохим уроном снаряд. Соответственно, это самый лучший, я бы сказал, показатель, это самая лучшая лакмусовая полоска, которая показывает, чего вы можете или чего вы не можете, чего вам бояться или чего вам не бояться. Понятное дело, что если вы играете, допустим, на ПЗ 5.4, да, машинки,
то вы чувствуете себя более сухо и комфортно. По внешнему виду машинки чем-то похожи. Я не могу сказать, что прям они одинаковые, безусловно, но что-то схожее в них есть. И что самое парадоксальное, что конкретно в британской пантерке в этой, ну, абсолютно нет рандомных рикошетов. Я не помню, честно говоря, чтобы очень часто в танчик прилетало без пробития. Вот все, что в принципе в вас летит, все впитывает ваша маленькая тушка, ну, прям таки, как говорится, на ура. В общем, машина, ну, положа руку на сердце, не живучая абсолютно. И исключительно для ребят, которые готовы играть с вот таким вот геймплеем, которым нравится вот так вот пытаться выживать, довольно подвижно передвигаться по карте, иметь довольно-таки приличные углы склонения. Но вот что действительно хорошо, так это по ДПМу, если у вас есть возможность реализовать. Ну и что касается вашего КД. Действительно, КД очень приятное. Вот сейчас я заехал, вполне спокойно мог забрать двух товарищей, но одного товарища добрал союзник. Тоже, кстати, неплохо, тоже вклад в победу. Но хотелось бы, безусловно, сделать 3 фрага, а не 2, как это сейчас получилось. Ну и вот сейчас у меня уже шансы на выживание нулевые. Как я уже сказал, брони нет от слова совсем. Соответственно, первый же прилет отправляет меня в ангар. Итак, смотрите, вот эти вот 127 хваленые, которые я с горем пополам нашел в верхнем бронелисте, абсолютно спокойно были пробиты, если увидите, рядом со сбитой гусеницей. Что касается бортов, как ты там ни становись, эта машина не рамбует, не танкует. Она, короче говоря, с собой в отношении становиться в какую-нибудь такую позицию, в которой вас сложнее типа пробить, просто не способна. Вы не можете играть от башни, потому что огромный лючок командирский. Вы не можете нормально играть от верхнего бронелиста, как-то от неровностей от каких-то, потому что даже с приведенкой 127 пробивается, ну, прям вообще с легкостью. Как говорится, 2 пальца об асфальт. Вы не можете играть ромбом. Вы, короче говоря, можете либо поддаться везению, если вам повезет, то выжить в бою и мотаться по карте, если на вас не будут обращать никакого внимания. Ну и второй вариант, вы можете находиться где-нибудь на среднем дальнем расстоянии и благодаря, в принципе, довольно-таки приличному, приятному КД и довольно-таки хорошей точности орудия отыгрывать на средних и на дальних расстояниях. На вот это вы действительно способны. Опять-таки, возвращаемся к знакам вопроса, которые есть. А знак вопроса следующий возникает. А зачем средний танк, на котором приходится отыгрывать где-то вдалеке? 1172 единицы урона, 2 сделанных фрага. Что касается фарма, ну, машинка как бы не сильно фармящая, но на своем 6-м левеле с учетом прем-аккаунта 32 тысячи она своих получает за проигрышный бой. Что касается результативности в команде по данной катке, то мы заняли первое место в команде по урону. Я не могу сказать, что это прям супер танк, который накидывает постоянно много урона, и вы будете находиться на верхних позициях в списке. Нет, ребят, просто вот эти вот друзья набросали гораздо меньше. Если бы команда отыграла чутка получше, понятное дело, что вы бы заняли где-то там второе, третье место в команде по урону, в лучшем случае. Ну, в нашем случае я бы занял. Что же касается того, что я говорил по поводу, а зачем тогда нужен средний танк, на котором приходится отыгрывать на средних и дальних расстояниях. Я, возвращаясь к этой теме, хотел бы обозначить, что в моем понимании каждая техника, она должна выполнять свою функцию, свою задачу в бою. Давайте вернемся к позиционированию танков. Легкие танки предназначены для того, чтобы ходить в разведку, засвечивать врагов, мотаться, путать врагов, принимая на себя прицелы, пытаясь от прицелов уходить, а за это время союзники должны подкатиться и начать разбирать отвлекшихся товарищей. Ну а если товарищи не отвлеклись, то вы тогда на легком танке должны где-нибудь бодать их со стороны кормы, либо по бортам. Это по легким танкам мое субъективное мнение. Тяжелые танки — это товарищи, которые своей массой, своей броней и своим запасом прочности должны играть в виде такого себе ледокола Арктика, который пробивает брешь в обороне соперника и, соответственно, начинает выдавливать противников. И это, наверное, самая основная задача тяжелых танков. Что же касается как раз ПТ-шек, то вот ПТ-шки должны находиться на средних и на дальних расстояниях. И, как правило, ПТ-шки заточены в игре именно такими. Они слабые по бронированию, как правило. Они имеют точное орудие, ну, либо как бабаха, допустим, не сильно точное орудие, но обалденную
Альфу. Короче говоря, у каждой ПТшки есть свои плюсы, но в любом случае эти машины придуманы для того, чтобы играть на расстоянии, играть, как я говорю, в снайпера. А вот средний танчик, это что-то среднее должно быть между тяжелым танком и легким танком. Это машина, которая должна поехать в разведку, но не мотаться вокруг соперников, а вклиниться к врагам в их, скажем так, рубеже, да, и с ними как-то перекидываться. Но данный средний танчик на это, к сожалению, не способен по определению, как я уже сказал, из-за своей низкой живучести. Именно поэтому приходится отыгрывать его на среднем расстоянии. По сути, по большому счету, вы покупаете себе не средний танк, вы покупаете себе ПТ-шку с хорошим КД и не сильно высокой альфой. Я бы сказал, как для ПТ-шки с низкой альфой. Потому что 160 единиц для ПТ, согласитесь, это, ну, цифра просто-таки ни о чем. Что же касается среднего танка, цифра о чем, но отыгрывается очень сложновато. Вот вы сейчас видели только что пантерку, точно такую же, как мы, в прицеле. Как вы видите, абсолютно серый танчик, без какой-либо брони. Ну, может, где-то там что-то красное у него загорается, но только, ребят, загорается для себя самого, потому что пробитие, как я уже говорил, 150 миллиметров, а для шестого уровня 150 миллиметров, это, прямо скажем, не фонтан. Именно поэтому отыгрывать на данной машинке сложновато. Сложновато найти себе место нормальное на карте, чтобы ты себя чувствовал плюс-минус комфортно. Вот сейчас вполне спокойно меня пробили. Я же абсолютно спокойно со своим пробитием 150 мм закинул верхний бронелист такому же товарищу, как я сам. Короче говоря, мы вот можем вот так вот встречаться и друг друга унижать пробитиями со своих малопробиваемых, точнее, малопробивных, простите, пушек. Ну и вот сейчас мне начнут плести лапти по одной простой причине, потому что противопоставить вот этим товарищам мне нечего, и просто отхватываю, пытаюсь как-то покрутиться. Вот такая вот правда, ребят, про британскую пантерку за 3500 голды. Я не буду досматривать данный бой, ожидать каких-то там результатов, которые можно будет заценить. Бой однозначно проигрышный, урона я особо не набросал. Поэтому, ребятки, выкинусь из боя, вернусь назад в ангар, зайдем с вами в магазин и уже будем пытаться подвести какую-то итоговую черту. А итоговая черта с моей стороны будет следующая. Ребятушки, поскольку я снимаю честные обзоры, ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю, показываю машины такими, какие они есть, если вам нравится такой подход, вот желтый шильдик, подписывайтесь на мой канал. Я вам гарантирую, что я никогда вам не посоветую купить что-либо в магазине, что потенциально может вас расстроить. Так вот, ребят, британская пантера — это как раз тот случай, когда я остро не рекомендую за 3500 голды приобретать вот этот вот конкретно аппарат. Вот обзор на пуделя, посмотрите. И вы поймете, почему конкретно данную машинку за 3500 голды покупать однозначно нельзя. Уж тем более, ребят, не ведитесь на предложение в X5 в количестве 10 вот этих вот сертификатиков по одной простой причине, потому что оно того не стоит. Лучше данные 3500 потратить на какую-нибудь машинку, там, допустим, 7 уровня за те же деньги. Вы сможете вполне спокойно себе купить. И она будет куда приятней, куда интереснее. Это был абсолютно честный обзор на британскую пантеру. Возвращайтесь на мой канал, буду вам безумно благодарен, всегда рад. Ну и как обычно, всех благ вам, мира и спокойствия. Пока-пока.